Прекрасная и поучительная история происходит сейчас в Армении. В армянском обществе Красного Креста обнаружили растраты. Да какие! Уже бывший президент организации Анна Егиазарян на собрании, состоявшемся 8 февраля, отказалась предоставить годовой отчет и, оскорбленно фыркнув, покинула зал заседания. Видимо, все предыдущие годы она пилила и делилась, не утруждая себя такими нелепыми телодвижениями, как рапорт о проделанной работе. После демарша Егиазарян президиум снял ее с должности, а новый генсек АОК представил в правоохранительные органы информацию о краже более 60 миллионов драм, то есть ни много ни мало 148,5 тысяч долларов. А помните выкрутасы Красного Креста вокруг выдуманной псевдоблокады так называемого Арцаха, контрабанду, например, от которой эти жулики громогласно отпирались? Сейчас становится очевидным, о темных делишках Егиазарян и ее подельников нам еще предстоит узнать на фоне расследования, если дело, конечно, не замнут.